Здорово, ребятки, с вами Андромалик. Сегодня очередной выпуск случайных игр. В общем, строка у нас следующая. Hello Kitty. Выбираю любую игру из Hello Kitty. Вот строка, где 6 игр. Hello Kitty. Hello Kitty Friends. Что взять, ребята? Какая хорошая игра из них? Мне кажется, давайте подумаем. Гонка, рейсинг, тут две про гонку. Ну, давайте возьмем вот эту игру, поиграем. Так, переворачиваем экран. Hello Kitty Racing Adventures 2. Вот так вот, такую игру я выбрал. Одну из шести. Напоминаю, я выбираю каждую игру, играю 5 минут. Вот эту игру сейчас 5 минут. И идем дальше, следующую строку смотреть. Будем там случайные игры смотреть. Так, что делать? Что-то я выбрал. Первый уровень. Так, это газ, это тормоз. Уровень первый. Это у нас такая тачка. Это бантик, походу, ее. Hello Kitty этой. Hello Kitty хоть девочка, а то, кажется, еще мальчик. Сейчас же такое бывает. Че вы удивляетесь, да? Hello Kitty это мальчик вообще. Да. А Маша и медведь? Маша это мальчик. Тоже мальчик, да. А медведь девочка. Маша и медведь. Вот так вот вы не знали, а на самом деле так. Так, что делать-то? Просто ехать, да? Какие-то звуки, это что, тормоз? Да, это тормоз. Слышите звук такой? Это тормоз бантика, у него такой тормоз. Что-то не смазано там, мне кажется, надо смазать маслом. ВД-шкой попшикать. Ну что, мчимся мы на большой скорости куда-то в горку, еле-еле, я думаю, заедем. Заехали, теперь с горы летим. Большой прыжок должен быть, но что-то не получилось, вы видели, да? Почему-то не было мощности. У меня тачка, наверное, фиговая. Бантик это самая плохая тачка в игре. Самая стандартная. Блин, какие тут уровни долгие. Я до сих пор еду. Во. Целую минуту почти ехал. Это очень долго. Потому что уровни неинтересные. А что мы можем купить? Блин, что одну звезду дали? Неужели я так плохо проехал? Походу надо было прыгать там, собирать все. А я что-то не прыгнул, помните? Наверное. А, 58 звезд дают. За 58 секунд звезды дают. Я, походу, реально медленно проехал почему-то. Ладно, давайте второй уровень на 3 звезды пройдем. Да, поехали. Максимум газ даю. Не отпускаю педальку. Газуем, газуем, газуем. Погнали. Давай, Hello Kitty, покажи. Газку, газку, газку. Блин, вот тут на этих конфетах мы всю скорость теряем. Может быть, что-то надо делать? Давай, давай, давай. Газуй, газуй, газуй. Китти, китти. Кто вообще любит Hello Kitty в эту игру играть? Она, мне кажется, у нас, у русских, не особо популярная. Мне кажется, это западная игра, чисто же западная. У нас такое не играют. Ну, я скачал и просто показываю. Случайно получилось так. Эта строка могла бы и не быть. Я бы не выбрал Hello Kitty. Просто здесь все Hello Kitty получились в одной строке. Потому что на букву H все начально, ну, называются игры, начинаются. Из-за этого у меня вся подборка такая сегодня. Ладно, игра очень неинтересная. Я даже 5 минут не хочу играть. Оставим время на следующую игру. Дальше у нас, смотрите. Привет, сосед. Привет, сосед, прятки. Привет, сосед, там что-то новый. Третий привет, сосед. И Hello Kitty, и Hill Climb. Блин, ну, наверное, вы хотите привет, сосед. Ну, давайте привет, сосед. Я бы Hill Climb бы поиграл. Но мне кажется, вы бы проголосовали, если бы был выбор, за привет, сосед. И будем играть его. Так, ну что, заставочка, это мы все знаем. Unreal Engine. Кстати, тут обновление вышло. Давайте посмотрим, в меню, может, что-то добавили. А, что делать? Play Trial Mode. Настройки, тут управление. Что у нас по управлению? Язык, можно русский ставить, я не ставлю. Что тут вообще читать? Hello Neighbor. А, дружественный режим можно выговорить, если поставить вот этот дружественный режим, да, он будет менее агрессивным, наш сосед. Ну, давайте проверим, я его поставил, этот режим. Типа, за нами не будет гоняться или что? Так, значит, мы начинаем вот наш дом, если что. Мы можем в свой дом зайти. Здесь никого нету, ни мамы, ни папы. Вообще, как будто мы тут одни живем. Прикольные часы в виде, не знаю, куска пиццы, что ли. Треугольник такой. Так, ну что тут, вытяжка какая прикольная. Смотрите, как вот отсюда засасывает воздух этот, да, и выходит туда куда-то все. Кстати, прикол, сделали они вытяжку на улице или нет? Ну, типа, по-нормальному же должно быть, тут что-то видно. Дыра какая-то, откуда идет воздух, ну-ка. Ай, ничего нет, видите, в доме есть вытяжка, а здесь нету, не доделали разработчики. Здесь, кстати, электричество можно вырубить или что? Что это такое? А, нельзя открыть, прикол. А у нашего соседа напротив эту штуку можно открыть. У него тоже стоит электричество, вот здесь вот сейчас. Сейчас все покажу, вот здесь вот оно стоит. Электричество... Тоже нельзя открыть. А, не, можно.
А, здесь надо пальцем было нажать. О, вырубил. Так и там можно, да? Давайте по приколу проверим. Если у нас телек сейчас включим, вырубим электричество, он реально выключится? Вот телек есть, да? Нажимаем. Да блин, что ты берешь-то? Я телек хочу посмотреть. Во. Слышите, да? Он работает. И теперь идем вокруг. Подождите, где это было? А, вот здесь. Ну чё, она реально не открывается. А нет, открывается. Просто управление ужасное. О, да, реально телек вырубился. И что? Все, не включится, пока мы там не включим. Да, звуки есть. А телефон, естественно, работает. А телефон не проверить. А музыка вот здесь. О! Но здесь он типа на батарейках, может быть, работает. Слышали звук? Да вырубай. О! Дискотеку устроим. Кстати, его можно взять, по-моему, с собой, в руках. Для активации предмета находится... А, у меня русский язык почему-то включился. Прикол. Я сейчас пойду слушать радио соседом. Тебя снова слышит этот звук, что кто-то идет здесь с радио? Сосед, у меня соль закончилась, не одолжишь? Сосед, он, наверное, в ванне. Он, походу, в ванне сейчас лежит здесь голый. Ну-ка, ну-ка. Блин, никого нет. А где сосед вообще пошел куда? На улице, что ли, ходит? Ну-ка, вокруг дома. Че, он спит, что ли? А где сосед? А, вот он, здорово. Но он дружелюбный должен быть. Ну-ка, насколько он дружелюбный, давайте смотреть. Ну, бежит на меня. Ну, как обычно, я не вижу разницы. Еще и магнитофона забрал. Хорошо, поиграли. Следующая игра. Следующая у нас строчка. Hill Climb, вторая часть. Homescapes. Horror Brawl. Horror Clown. Horror Tale. Horror Tale 2. Что же взять, ребята? Что же взять? Ну, мне очень хочется в первую игру. В Hill Climb. Можно мне поиграть, ребята? Пожалуйста, пожалуйста. Можно я выберу Hill Climb? Спасибо, спасибо. Я читаю ваши комментарии. Я вижу, что вы поддерживаете меня. Спасибо, спасибо. Буду играть в Hill Climb. Спасибо, спасибо. Раз вы хотите, не против, вернее, можно поиграть. Так, что тут будем? Выбираем гоночку первую. Это мой чувачок. Вот смотрите, какая у него машинка прикольная. 10 лет компании, между прочим. 10 лет. Fingersoft называется компания, которая сделала эту игру. Finger — это у нас палец. Soft — это мягкий, можно перевести. Или просто soft, в смысле software. Программы, так сказать. Да. Microsoft. Microsoft тоже soft слово имеет в своем названии. Вы знаете, что такое Microsoft. Это мега гипер корпорация. Это тот же Xbox. Это та же винда. Office. И многое-много чего. Облачный сервис у них там какой-то тоже кучу денег приносит. Так что они деньги там еще зарабатывают хорошие. Так, сундучок взяли. Так, идем дальше. А что нам здесь делать? А здесь режим бесконечный. Смотрите, как долго я проеду. У нас бензин еще заканчивается. Видите, внизу. Ой-ой-ой. Внизу вот у нас бензин. Но у меня не самая худшая машина. Я уже апгрейды сделал, поэтому мы довольно хорошо едем. Когда мощностей может не хватить, мы в горку, например, не заедем. Еще что-то. А так пока все хорошо, я смотрю. Давай-давай-давай. Кстати, как этого чувака зовут? Как-то я помнил его имя. Блин, забыл. Кто знает, подскажите, как его зовут, этого чувачка, который всегда с закрытыми глазами едет? Подождите, он с открытыми, походу. А, он типа сонный такой, видите? Но иногда он какой-то скин у него в первой части, по-моему. Он вообще с закрытыми глазами ездит. Вообще, как будто он это в отключке или что, без сознания, спит, не знаю. Так, это мы прошли. Давайте, что тут еще есть? Вот это еще что-то новое есть. Так, апгрейд, смотрите, держак. Это у нас резину мы улучшили. Держак, ну типа, лучше будет держать дорогу, меньше будет переворачиваться машина. Короче, лучше, 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 все лучше. Едем. Чего он так переворачивается, надо газовать что ли? А я торможу. Давайте в лесу проедемся, тут покрасивше все выглядит. Мне кажется, самые красивые уровни это вот форест, лес вот этот вот. Красиво все смотрится, сзади горы, смотрите, облака плывут, гора такая огромная, там ферма на заднем плане, амбар вон, все красиво прорисовано.
И тут вид, видно тоже какой-то забор с, на этой части видно. Красиво, красиво. С душой сделан уровень. Ну и чисто с душой уровень. А так донатная система здесь, ну, типа без доната особо. Далеко вы не проедете в игре, где-то застрянете и придется апгрейдить машину, либо 500 раз ездить, чтобы один раз апгрейд сделать. Ну, понимаете, да, тут за гонку копейки дают. А чтобы улучшить там какие-нибудь, не знаю, мотор автомобиля, или вот ту же резину, как я сейчас поставил, сделать лучше, это много монет уходит на это. Там сложно, сложно. Давай, давай, вперед, пожалуйста. Ну, чуть-чуть, ну куда ты упадешь сейчас? Нормально, нормально. Время только потеряли, но тут времени вроде нет, но в этом режиме. Главное подальше проехать и все. У-ху! Я-ба-да-ба-ду! С какого мультфильма это, кстати, ребята, кто знает? Я-ба-да-ба-ду! Кто смотрел? Довольно старый мультфильм, есть и фильм, и мультфильм. Я-ба-да-ба-ду! Кстати, можете погуглить, просто напишите Я-ба-да-ба-ду. Я думаю, вам подсказка сразу вылетит, с какого это... фильма или мультфильма. Я-ба-да-ба-ду! Ну что, подсказать вам откуда? Надеюсь, вы уже все написали, кто знает. А не, не буду говорить. Пишите в комментариях. А то сейчас расскажу, и вам неинтересно станет. Что же это за мультфильм или фильм, где произносится такая фраза «Я-ба-да-ба-ду!» С такой интонацией веселой довольно. Блин, сколько я еду, прикиньте, я машину такую крутую сделал, я не могу перевернуться, вообще ничего. Я еду, еду, вам что-то рассказываю, еще отвлекаюсь, но я еду, 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 смотрите. Нон-стоп, меня никто не может остановить. Ну, только вот эта гора, походу, я на ней уже как-то был. Ну-ка, ну-ка, ну, заедет или нет? Тут вообще, смотрите, какой угол. Не, заехал, вообще полный привод, отлично работает. Вообще. Ну, это может быть и тачка крутая, то, что скин 10 вот этот нарисован, что 10 лет компании был. Может быть, он чуть быстрее скорость добавляет автомобиль. Я не знаю, конечно. Могу только предполагать, блин, на ровном месте. Ну, не на ровном. Надо было не спешить. Можно было дальше проехать. Это была игра Hill Climb Racing, вторая часть. Идем дальше. Спускаемся ниже. Следующая строка вот это. Hot Wheels, Hungry Shark и Мороженщики. Вторая, третья, четвертая часть. Первая, вторая, третья, четвертая. Что же взять? Ну, мороженщика я не особо хочу. Мне кажется, Hungry Shark вы хотели. Давайте поиграем в Hungry Shark. Посмотрим, что же там изменилось. Сколько новых акул нам предложит игра. Здесь, по-моему, сохранения моего не будет. Я вот не помню. Сейчас посмотрим. Да, здесь нет сохранения. Ну и ладно. Просто поплаваем, расслабимся стандартной, самой первой простой акулой. Так, вот она, наша акулка. Ну что ж, перекусим немножко. Так, желтые рыбки плавают. Они вкусненькие, но надо кого-то побольше найти, мне кажется. О, человек, человек, подплываем. Съели, прям с диваном этим надувным. Так, красная рыбка какая-то, тоже очень классно. У меня же третий уровень. Наша акула сейчас будет расти в габаритах, в размерах. У меня будет больше здоровья, больше выносливости, быстрее плавать сможем. И быстрее есть нашу еду, нашу жертву переваривать. А что за звук такой, слышите? Как будто кто-то в волнах что-то делает. Ну, на воде. А, это вот эти птички, что ли? Или что? Не понял. Какой-то звук был странный. Как будто что-то происходит, что-то падает в воду, но не видно ничего. Все нормально, спокойно. Давай, давай, давай. О, хорошо. Четвертый уровень, пятый, хорошо. Здесь есть задание, если что, можно смотреть, вот задание выполнить. Например, съесть 50 тропических рыб. 50 тропических. Ну, где же они? Тропические рыбки. О, первое задание выполнил. Это какое? Съесть трех человек. Eat three people. Вот как это звучит. Ой, меня убили. Ладно, воспользуемся кристаллом и продолжим. Меня кто-то очень сильно ранил. Здоровье восстанавливается в игре только за счет того, что вы едите других рыб или акул. Или людей, конечно же. Но людей здесь не так много, но есть, конечно, можно их. Ну и задание выполнять вот как сейчас. За задание мне это золото дают, там еще что-то. Я быстрее что-то могу купить, следующую акулу. В эту игру я никогда не донатил. Я всех акул открывал всегда. Пока вот новые обновления не пошли, где акулы очень дорогие, мне надоело играть как-то. До этого, помните, всех акул, что я показывал, я честно открывал. Никогда ни разу донат ничего. Может быть, рекламу пару раз когда-то смотрел, чтобы мне там добавили. И бриллиант этого не хватало для чего-то. И какой-то покупки там что-то для акулы надо было купить. И все, так я никогда не донатил в Hungry Shark. Да и что тут донатить, если бы тут какая-то фишка была.
типа неинтересно будет играть, если у тебя бесконечные монеты будут, я считаю. Поэтому лучше пройти такой вот путь самурая, когда с нуля наверх подняться. Ну что ж, все, наверное, Hungry Shark что-то мне рассказывает. Давайте просто посмотрим, может быть, в меню войти, хотя бы акул посмотреть. То что-то я поиграл чуть-чуть. Во, сколько акул. Так, ну это все было. Мака, Hammerhead. Ну, кстати, какая-то необычная акула новая. Вот это что это? Вот это новая. Fin, Fin and Finny. Три акулы типа. Ну, не акулы, три рыбы каких-то, я не знаю. А можно прочитать описание? Во, как они выглядят, смотрите. Доказательство, что акулы умеют координировать атаки. Написано описание такое. Ну, есть такая Shark Jira, я как-то открывал где-то ее, или на взломке, или что. Abyss Shark есть, Kraken, эти играл им. Luminite, вроде тоже играл, а может нет. Этим играл. Shark Naron. Shark Naron. Ну, вот этот крутой, походу я им не играл, это новый добавили. Это добавили у нас. Так, ежедневное задание. Да, ежедневный вход 500 монет. Хорошо. Так, у нас несколько акул открыто. А, нет, подождите, это надо открывать. Только одна открыта, к сожалению. Ну, давайте дальше плавать, кого-то есть, зарабатывать деньги. И откроем потом следующих акул побольше. Надо просто много играть в эту игру. И все будет хорошо. Ну, я что, зеваю, потому что в эту игру я много-много-много-много играл раз. Я прям все знаю, здесь ничего не поменялось. Задания как были, так и остались. Графика как была, так и осталась. Ну, я не знаю, что тут поменялось. Только новых акул добавляют, и все. Где мы плаваем? Я миллион раз плавал. Все эти места знаю, поэтому меня ко сну игра клонит. Потому что, ну, я в нее переиграл. То же самое в PvZ2 сейчас бы запустил. Тоже бы увидел бы там 1000 растений, которые новые вышли, и просто заснул бы просто. Мне неинтересно уже это. Я могу, конечно, поиграть в PvZ2, но просто, ну, понимаете, там ничего интересного. Новые растения — это ужас какой-то. Во-первых, их честно не открыть. Надо миллион часов играть, тогда, может быть, что-то откроется. Это одна из причин, почему лучше не играть, так сказать. Ну, а вторая, да, там донат только нужен. Если не хотите донатить, нет смысла вообще ни в чем. Девятый, ну давайте 10 уровень возьмем. И просто умрем, чтобы идти дальше, следующую игру вам показывать. Ну дай мне 10, ну я уже чувствую, ты здесь. Вот эту рыбку нельзя кушать, видите. От нее здоровье теряем. А вот, кстати, лакула такая же, как у меня, походу, не? Да, съели мы ее. Ну дайте 10 уровень, максимальная эта раскачка, максимальная. Давайте, где она? Максимальная раскачка. Тум-тум-тум-тум. Ой, морской котик, а что с них падает? А ничего, просто еда, да? Но они, кстати, нападают, как акулы на меня прям. Не боятся. И первые нападают. Я просто проплываю сбоку, и они на меня нападают. Знают, что я их уже атаковать буду, что ли, или что? Что это такое? Подстава какая-то. Как так? Как откуда они могут знать-то? Кто-то им рассказал, что ли, или что? Как такое бывает вообще? Возможно. Или так получилось совпадение? Непонятно. Ну что, 10 уровень взял? Взял. Идем дальше. Дальше у нас Ice Cream Friends, Jetpack Joyride, вторая часть, Juice Run, Jumanji, Jump Fever и Kawaii World. Kawaii World нет. Давайте Jump... Sonic Jump попрыгаем. По-моему, прикольная игра. Будем прыгать сейчас. Собираем бонусы. Так, надо вот так, наверное, сесть. И поехали. О! Крутое барабан с Якубовичем. Сектор приз на барабане. Буква. X3. X3 это что? А, увеличивает в 3 раза количество животных, которых вы спасаете. Ладно, мне это не надо. Ну что, за Соника играем? За Соника. Давайте начнем. Если у меня кто-то еще открыт, я еще открою, покажу. Так, что это такое? А, нужно найти кого-то. Кто-то прячется здесь. Давайте, где? В каких кустах кто-то прячется? А, вот так надо, влево-вправо. Яйцо какое-то открыли. Что это вообще такое? Это Соник или что это? Симулятор динозавра? Такого раньше не было вообще, что это? Откуда это взялось? Что, игру обновили, что ли? Или я что-то не видел это никогда? Так, ну что, что это за кнопочка? Открыли питомца какого-то, напарника.
Идем дальше. Блин, как Hungry Shark у меня на сон тянет вообще жесть. Только поиграл немножко, вроде 3 минуты. О, что-то какая-то штука какая-то, видите, прыгает. Это что-то помощник мне или что? Что с ним сделать? Видите, прыгает какой-то чувак. Я не видел такого вообще никогда. Мне его надо обогнать или что я должен сделать с ним? Или так просто за компанию в это... В шипы попал я. Времени сколько потерял. Так, что-то собрал. Комбо. Комбо. Ну-ка, блин. О, полетели, полетели, полетели. Бонуска, бонуска. Блин, что-то короткая бонуска. Спасли кого-то. И в бонуску сразу. Ой. У-у-у, летим, летим. 19 уровень, 20 уровень, 21. Блин, это, наверное, круто. Это не рекорд? Все, прошли. Попрыгали хорошенько мы. Оторвались по полной. Ну, давайте еще попрыгаем один раз и идем в следующую игру выбирать. Что ж там дальше будет, я уже не смотрел. Одну из 6 игр какую-то прикольную я точно выберу. Посмотрим, что там еще осталось. Ну что, еще попрыгаем. Смотрите, тут можно собирать вот эти кольца. Для чего они? Они основная валюта в игре. Но они также в любой игре у Соника это как здоровье твое. То есть, если ты теряешь... Врезаешься в врага, то они выпадают с тебя кольца. Иногда все, иногда там половина всегда выпадает. И есть какое-то время сразу какие-то кольца обратно вернуть, подобрать. Тогда вы точно не умрете, у вас как бы хоть одно здоровье еще будет. Но это касается вот врагов, когда до них дотрагиваешься. А если ты куда-нибудь улетел за карту, там не важно, сколько у тебя здоровья. Ты просто полностью жизнь теряешь, так сказать, свою. Ой, что это такое? Подожди, новый персонаж? Реально открыл? Или это только часть персонажа открыл? Если персонажа, то это круто. Сильвера открыл, походу. Это же был Сильвер. Судя по всему, да. Давайте смотреть, открыл я его или нет. Или это только один... Надо их там штук 20 найти таких. Тогда только откроется. Вам не видно? Надо было так вот играть. А, ну тут не получится так играть. Надо влево-вправо всегда наклонять. Так, а где персонажа взять? А, когда play нажимаю. Ну-ка. Старт. Так... Так, где у нас Сильвер? А, ну да, это только баджи, видите, 250, чтобы его открыть. Ё-моё, как много. Кто же будет столько копить-то, я не могу понять. Это же бред. Хорошо, идем дальше. Что у нас? King, король воров, King of Thieves. Kitty Coloring, Hello Kitty. Hello Kitty Goodnight, Hello Kitty World, Like Nastya и Love Diana. Ну, давайте первое, вы мне, я помню, рекомендовали. Я в ней не разобрался, как играть. Король воров. King of Thieves. Так, нужен интернет? А еще нет интернета? Есть, что она мне говорит. Все, все есть у меня. Давайте запускать. Не знаю, тут сохранение старое найдет или по новой. Наверное, по новой, да? Что делать? А что делать? А так. А, надо открыть что-то? А, вот сюда нажать. Это наше задание. Нажимаем эту кнопку, она нам покажет, как это задание выполнить. Нажимаем сюда. Вам нужно скачать 48 мегабайт. Скачивается сейчас по Wi-Fi. Кусок игры, походу. Так, это что? А, это можно переработать, по-моему, если не надо. Вот так вот. Через 4 минуты будет готово. Так, ну что, атак. Можем мы кого-то атаковать? Найти матч. Так, нужно все замки открыть, чтобы матч начался. Так. Упс, я уже умер. Оп, все, получилось. Тут довольно сложное вот это вот допрыгивание. Очень сложно, тут с первого раза не пройдете, ребята. Вот я со второго только, походу, или с третьего. Ну, сложно, сложно. Так, мы открыли, все понятно. Дальше что? Нас учат, что тут лезть. Wooden League. Деревянная лига. Это как в PvZ2. Помните, там всякие лиги. Чем выше лига, тем лучше награда в конце сезона. Так, мы скачали. Что дальше делать надо? Это что такое? Blades. Upgrade. А, это типа моя база, да? Мы делаем апгрейд, чтобы на нас не напал другой игрок. Чтобы он нас не победил. Это, наверное, так это выглядит. Так, ну что, атакуем еще кого-нибудь. Куда тут нажимать? Ну, наверное, вот сюда. Так, 4 открываем.
Давай, давай. А, уже игра пошла. Давай, в эту сторону прыгаем, прыгаем. Прыгнул рано. Так, в конце надо прыгать. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Хорошо. Там какая-то крыса. Так. Рано прыгнул. Ну что ж я так рано прыгаю? Я же говорю, игра не супер легкая. Нужно прямо в последний момент на бензопилу прыгать. Так, и чё ты? Опа, как хорошо. Все, украл я сундук у кого-то. Другого игрока. Хорошо. Ну что дальше? Следующий уровень. Левел 2. Так. У меня уже ключи заканчиваются. Один ключ останется. Я больше не смогу 4 сундука открывать, чтобы уровень начать. Так, ну близко было, кстати. Так, прыгаем, прыгаем. Все отлично. Забрали сундучок. Так, что это за кнопочка? Мы можем что-то строить здесь у себя. Новости читать. Ну, стандартно, как во всех играх сейчас. Все можно делать. Ну что ж, ребята, вот такие были игры в этом выпуске. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, что думаете, какие игры еще добавить в следующий выпуск. И до новых встреч. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Эндермалик. Всем пока. Не скучайте. Скоро в следующий выпуск на канале. Заходите, проверяйте. Пока-пока. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.